20 февраля в IT-лицее Казанского федерального университета для учащихся 11 классов состоялась лекция директора Института математики и механики имени Лобачевского Екатерины Туриловой по теме «Свойства функции в задачах с параметром». Проректор по образовательной деятельности КФУ объяснила пути решения 17-го задания единого государственного экзамена по математике, которое вызывало у ребят большие трудности. 17-е задание на ЕГЭ – это задание повышенного уровня сложности. Это задача с параметром. Не все ученики его решают, многие его боятся. Лично я тоже не всегда могу его решить, поэтому для меня эта лекция очень полезна. Она рассказывает о разных способах его решения, о подсказках. Проведение подобных лекций, безусловно, помогает школьникам легче адаптироваться к предстоящим выпускным экзаменам. Казанский федеральный университет активно участвует не только в жизни студентов, но и абитуриентов, информирует о направлениях подготовки, тем самым значительно облегчая поиски. КФУ Лайф – цикл прямых эфиров для будущих первокурсников и их родителей. В режиме реального времени все желающие могут задать вопрос представителю интересующего института и получить быстрый ответ. Как правило, ключевыми темами обсуждения становятся проходные баллы, направления подготовки, перспективы карьеры, количество бюджетных мест и заселение в общежитие. Какие вообще у нас проходные баллы в этом году? Известны ли они сейчас? Или хотя бы примерно что-то? На что ориентироваться абитуриентам, когда они вот сейчас, например, готовятся только к экзамену? Если мы говорим, что у нас абитуриент поступает по ЕГЭ физика, тогда там у нас будет 118. Это минимальный порог для прохождения, для зачисления к нам в студент, для поступления. Да? Угу. Если мы говорим про информатику, там чуть-чуть повыше будет порог, это 123 балла. Отметим, что в Казанском федеральном университете работает отдел организации приема абитуриентов. Он реализует комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективную работу приемной комиссии, проведение мероприятий цикла «Дни открытых дверей КФУ», организацию форумов и учебных тестирований по подготовке к ЕГЭ и многое другое. За подробной информацией обращаться по телефону 233 70 76 или лично по адресу улица Кремлевская, дом 35, кабинеты 114, 115 и 210. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.